күнтізбеде 24-ші маусым апта басы дүйсенбі. Бұл аптаны біз бен бірге бастап отырған барша көрермендерімізге қайырлы күн тілейміз, қымбат көрермендер. Психолог мамандардың айтуы бойынша апта табысты өту үшін айналаңыздағы жағымсыз құбылыстарға мән бермей, тек қана жағымдыларына ғана көңіл бөлуге назар аударуға тырысыңыздар. Сонда күніңіз де табысты әрі жақсы өтетіні күмәнсіз. Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, и как всегда, несмотря ни на что и вопреки всему, мы вместе с вами начинаем это утро, начинаем этот день. 24 июня на календаре, а мы в нашей замечательной студии приветствуем вас. Это информационно-развлекательная программа «Салем Семей», что на канале «Семей». Вместе с вами, как всегда, проведем 3 часа. В течение 2 часов общаемся с гостями на определенные темы, ну а 3 час посвящен нашей традиционной викторине «Час удачи», в которой вы можете принять участие и выиграть приз. Ну а сейчас расскажем о том, какая погода ожидает нас сегодня. 24-ші маусымға арналған ауа райына болжам. Қарауылда күн құбылмалы, күндіз плюс 19, түнде плюс 12 градус. Абралда аздаған жауын жауады, күндіз плюс 18, түнде плюс 8. Бесқарағайда күн аздап бұлттанады, күндіз плюс 21, түнде плюс 11 градус. Бородулихада жауын жауы ықтимал, күндіз плюс 21, түнде 11 градус 0-ден жоғары. Қалбатауда күн құбылмалы, күндіз плюс 21, түнде плюс 9. Көкпектіде аздаған жауын жауады, күндіз плюс 21, түнде 9 градус 0-ден жоғары. Үржарда күн жауынды, күндіз плюс 22, түнде 12 градус 0-ден жоғары. Ақсуатта күн құбылмалы, күндіз плюс 23, түнде 11 градус жылықты көрсетеді. Аягөзде күн ала бұлтты, күндіз плюс 20, түнде плюс 8 градус. Курчатовта күн ала бұлтты, күндіз плюс 21, түнде плюс 12. Өскеменде күн жауынды, күндіз плюс 20, түнде 8 градус 0-ден жоғары. Семейде күн құбылмалы, күндіз плюс 20, түнде плюс 10 градус. Сегодня мы решили поговорить немного о науке. Закончились экзамены, по-моему, ЕНТ сейчас полным ходом идет, второй этап, то есть школьные экзамены позади, впереди вступительные. Ну и, естественно, это пора, когда учатся с особенным усердием наши студенты и ученики. Ну и решили мы посвятить наш сегодняшний эфир такой теме, как наука. То есть, чем занимаются наши студенты, какую дополнительную работу, в каких научно-практических конференциях участвуют. Вот сегодня мы узнаем. У нас в гостях сегодня Аккербес Ураш, студентка факультета журналистики. Второй курс теперь уже, да? Доброе утро. Өте керемет, шақырғандарыңызға рахмет. Бәрекелді. Бүгінгі тақырыбымыз ғылымға ізденіс деп аталады. Құмбат көрермендерімізге де айта кетейік. Біз тікелей эфирдеміз. Ғылымға қаншалықты ізденістесіздер. Ғылыми тұрғыдан хабарласып өз ойларыңызды білдіруге болады. Байланыс телефонымыз 53-15-64. Ақкербес, енді бүгінгі таңда жастардың ғылымға деген құштарлығы, қызығушылығы қаншалықты зор деп ойлайсыз? Әр адамның өзінің жаңағы айналысатын істері болады. Сонымен ғылымға баратын жастарды өте қазір көп деп айта аламын. Себебі бізде осы университет қабырғасында болсын, мектеп қабырғасында болсын, өтетін ғылыми конференциялар жаңағы көп өтеді. Сондықтан ұстаздар мейлінше бізді көбірек дайындауға тырысады. Біз әрқашанда осындай ғылыми жұмыстарды жасап, оларға қатысқымыз келеді. Бұл бір жағынан өзімізге болашақ мамандығымызға деген ізденіс болса, екінші жағынан былайша айтқанда бос уақытты бос өткізбеу деп ойлаймын. Сіз де ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысып тұрасыз, солай үлгеріп, қатысып үлгердіңіз. Қандай тақырыпта іздендіңіз? Жалпы мектеп қабырғасынан бастап ғылыми конференциялар қатысып келемін. Осы жолы университет қабырғасында өткенде журналистика мамандығында оқығандықтан тәлімгеріміз екеміз «Егемен Қазақстан кеше бүгін» деген тақырыпты алдық. Қандай керемет тақырып, иә. Биылғы 100 жылдығына байланысты. Биыл 100 жыл ғой, соңында байланысты алдық. Жалпы «Егемен Қазақстан» өте тарихы мол газет деп айта аламыз ғой, басылым. Сондықтан да осы тақырыпты алуға шештік. Иә, қандай зерттеулер жүргіздіңіз, қандай жаңалықтар аштыңыз өзіңіз үшін?
Жалпы, Егемен Қазақстан бәрімізге белгілі, қазірде Егемен Қазақстан деп атады, бірақ бұрында бұл ең алғаш 1919 жылы ашылғанда Ұшқын деген газеттен бастау алған атауы, содан бер бірнеше аты өзгеріп кеткен, бұны әрине біз оқу барысында өттік, сонымен қатар онда жазылған мақалалардың бәрін тұспалдап ашып, кітапханаларға барып, Егемен Қазақстанның өткен сандарын қарап, зерттеп, біраз өзіме деген мәліметтерді жинай алдым деп айта аламын. Енді өткен нөмірлерін бұрынғы баспадан шыққан, енді 100 жыл бұрын шыққан алғашқы енді газетті көрдіңіз, е? Енді 100 жылдың ішінде қаншалықты өзгерді, қаншалықты өзгеріске ұшырап, оқырманға енді қызықты мағлұмат беруде қазір газетте ойлайсыз. Қаншалықты өзгерді, е? 100 жылдың ішінде газеттің атауынан дизайнына дейін барлығы өзгеріп кетті ғой. Жаңағы ең алғаш Ұшқын болғаннан кейін Еңбек туы, Еңбекшіл Қазақ, Социалды Қазақ Қазақстан солай өзгеріп отырды. Қазіргі кезде дизайнда әр беттері түрлі түсті болып шыға бастады ғой. Бұрынғы кездері ол тек қана ақ қара жаңағы түсте болса, қазіргі дизайнда өзгерді. Қазір көз тартады, иә? Сондай әдемі қанық түстер, иә. Және жаңағы редакторлары да бұрын біздің жаңағы Смағұл Садуақас, Мұхтар Әуезовтер редакторлар болса, қазір кейінгі осы жаңа дәуірде Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбай сынды ғұламаларымыз жаңағы газеттің бас редакторы болды. Соның арқасында да бізде әлі күнге дейін Егемен Қазақстан марқымды бір ауқымды материалдар бере алып жатыр халыққа деген. Өте жақсы. Жарайсыз. А вообще вот тема научных практических конференций, которые проходят ежегодно, да, среди студентов университета, насколько они актуальны, темы, вот, которые дают вам на выбор? Ну, смотря мы какие, на каких мы конференциях участвуем, во-первых, всегда ну, вот кафедра журналистики, да. У вас свои конференции. То есть я имею в виду здесь современные какие-то технологии, современные какие-то подходы к журналистике, они приветствуются именно в темах? Или все-таки здесь больше уклон на ту старую журналистику 60-х, 70-х годов? Нет, я не соглашусь с тем, что вы говорите. Конечно, мы и прошлое изучаем, и, конечно, новые технологии. У нас вот на конференции, в которой я тоже участвовала, если я выбрала про газет, которому уже 100 лет... А некоторые выбрали социальные сети. Через социальные сети мы тоже продвигаем журналистику и про интернет-журналистику, в общем говоря, взяли и защитили эту тему, конечно, очень хорошо. Они вот, и заняли призовые места. Кирбес, а вот в дальнейшем какая работа планируется? То есть вот сейчас ты подготовилась к научно-практической конференции, ты выступила. Теперь эта же тема у тебя будет темой курсовой и потом дипломной работы? Или ты планируешь на следующий год изучать совершенно другой вопрос? Нет, конечно, я хочу изучать другой уже, потому что 4 года подряд одно и то же тема, это... Не по мне, я хочу изучать новое, 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 конечно. А как ты готовилась к этой конференции, как ты готовилась по своей теме? То есть тебе же нужно было посещать, как по старинке, какие-то библиотеки, да? Тем более газеты – это печатные издания, наверняка где-то хранятся и эти газеты даже, которые выходили. Всегда, когда вот нам задают тему по газетам, ну, то, что уже было в прошлом, я всегда хожу в библиотеку имени Абая, там... Подшивка. В архиве очень полно, все, что нам нужно, там я могу найти. И вот, конечно, я туда пошла, посмотрела все газеты, и в интернете тоже есть. Можно было и дома сидеть и посмотреть, но я пошла в библиотеку. Вот смотри, да, поколение, посмотрела. Которое может сидеть дома, не выходя из дома, да, все. Как тебе в библиотеке вообще? Что ты ощущаешь, когда приходишь в библиотеку? Стоит ли молодым людям посещать вообще такие заведения? Как ты думаешь? Конечно, надо посещать. Сидеть дома и сидеть в библиотеке, учить, это вещи, два разные вещи, две разные. Интересно. Просто мне больше нравится читать, как бы. Я сейчас я читаю книги, если я не нахожу их в библиотеке, то я читаю просто дома электронную версию. Но читать в библиотеке в тишине, когда до тебя никому нет дела, это больше лучше, чем дома сидеть и там слышать от мамы какие-то
поручения постоянные, да? Классно. Китапханада шынымен мазаңды ешкім алмайды, тыныш қана отырып, ізденуге, енді мүмкіндік бар шынымен үйде оқып, енді материал қарағаннан, қарастырғаннан бөлек, е, шынымен. Жақсы, енді мектептен бері ізденіп, ғылыммен айналысып келем деп айтып қалдыңыз. Мектепте оқығанда қандай тақырыптар қызықтырды сізді? Мектепте оқығанда да сол қатысып жүрдім, қалалық көлемде де, республикалық көлемге форумдарға да барып жүрдім. Мен қорғаған тақырыптан болу қазақ тіліне байланысты болған бір тақырыбым. Одан кейін жаңа ғаламторға тәуелділік туралы да қорғаған болатынмын. Өзекті мәселелердің бірі. Қазірде сол тақырыптарды әрі қарай қарастыра бергім келеді, себебі тілдің мәселесі де, жаңағы ғаламторға тәуелділік дегенде, ешқашан бізде сөнбейтін нәрсе, ол әрқашан жүре беретін болғандықтан, тақырыптар, сондықтан бұларды әрі қарай мен әлі зерттеуім келеді. Давай немножко порассуждаем. Вот смотри, печатные издания, да, в современном мире, как ты думаешь, имеют ли они место быть и насколько у них есть будущее? Газета – это, ну, основа журналистики, да, с этого все начиналось, именно печатное дело, именно слово, то, которое записано, то есть здесь человек не получится, как говорится, уболтать, да, здесь нужно владеть словом, владеть слогом, стилем, опять же, стали появляться какие-то фотографии, но сейчас, когда все переходит в интернет, когда в ходу коротенькое сообщение вместо длинных очерков, заметок, да, там на две страницы, на целый разворот, проще, когда ты в телефоне листаешь ленту, у тебя новость буквально двумя-тремя предложениями озвучена. Будет ли, что будет с газетой, как ты думаешь, в ближайшем будущем? Даже если мы уже перешли в интернет-журналистику, есть люди, которые читают все эти газеты, журналы, и они всегда будут. По-моему, они всегда будут, потому что не то ощущение, когда читаешь по через телефон или через компьютер, читать через то, что там написано в бумаге, в журнале, это больше... Не, ну вот смотри, я тебе могу назвать несколько минусов того, что почему газета не сохранится. Во-первых, это дорого, это бумага. Проще напечатать в интернете. Во-вторых, ты не везде можешь это найти, да, то есть это, чтобы тебе что-то почитать, ты должен идти в киоск, да, искать эту газету. В-третьих, это уже не оперативно. То есть, допустим, новость произошла, газета периодически выходит только по четвергам, допустим. Вот. И некоторые же издания раз в месяц выходят, например, специализированные там, для студентов, для журналистов, там, для юристов, для, не знаю, там, водителей, да? Для красавиц. И ты, получается, ждешь четверга, чтобы узнать новость, которая прошла в понедельник. Они уже все в интернете знают, уже обсудили, уже новую новость обсуждают. Вот как минимум три минуса я насчитал. Не поспособствует ли это быстрому уничтожению вот этих изданий, переходу их в интернет больше все-таки? По-моему, нет. Я все же хочу, чтобы газета, она все, чтобы она у нас оставалась, потому что, ну, да, в принципе, вы говорите правду, это и вправду, мы через интернет узнаем все, прям, что сейчас вот произошло, и это через минуту там, но все равно в газете есть свои темы, ну, свои, то, что они пишут там, в статьях, вот, это всегда будет актуально, то, что они и там пишут. И само бумажное издание, оно тоже будет актуально, да? Да. Спасибо. Жақсы, бәрекелді. Енді сіз болашақ журналистсіз, солай ғой. Бұл саланы неліктен таңдадыңыз? Журналистиканы енді бала кезінен деп айтпай қойын, осы жасөспірім кезінен бастап қызыға бастадым. Жаңағы әртүрлі шоуларды қарап, сіздер сияқты журналистерге қарап, осы шынымды айтсам, журналистикаға түсуді мен осы ОБТ кезінде ғана ойладым. Былайша айтқанда, шығармашылық емтиханға барам деп, сол кезде ғана ОБТ-ға кіргенде шештім. Оған дейін мен таңдап өзім ағылшын тілі болатын, жаңағы тіл маманы болғым келген бір жағынан да, бірақ ол мамандықта мен қазір қатар алып жүре аламын, себебі тілді оқу міндетті түрде университет қабырғасында емес, оны мен үйде де отырып, немесе жаңа кітапханаға да барып, қосымша курстарға да барып біле аламын, сондықтан журналистикамен барғым келді. Осылай сіздер сияқты бір бағдарлама жүргізіп отыру, ол біз үшін үлкен мәртебе ғой әрине, сондықтан да журналистикаға бардым.
мүмкін бұрыннан ойлайтын, бірақ дәвен ұбытыға кірер кезде ғана шығармашылық емтихан тапсырам деп шештім. Қандай керемет. Бүгін міне енді ұлттық бірыңғай тестілеу басталды қаламызда. Не тілейсіз қазір енді ғана? Бізі. Один вопрос. Можешь вспомнить вот самого известного журналиста? Ну, может быть, нашего поколения, может быть, твоего поколения. Ну, его все дети знают его. Мурзилка. Не знаешь такого? Кого? Мурзилка. Никогда не видела? Вот тебе тема для размышления. Найди, кто такой Мурзилка. Хорошо. Я сам не знаю, кто это, честно говоря. Ну, это какое-то животное. Это детский журнал был раньше. Журнал. И там вот первый самый, откуда дети советские узнавали о профессии корреспондента, профессии журналиста. Это такое, знаешь, существо желтое в беретке с шарфиком, с фотоаппаратом. И оно вот как бы, этот Мурзилка помогал ребятишкам узнавать что-то новое. И вот многие моего поколения, читая вот эти детские комиксы, детские журналы, выбирали профессию журналиста именно из этого. Ну, потом еще Шрайбикус был, да, из учебника немецкого языка. Шынымен солай, енді ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға, енді тапсыру басталды. Қазір не тілейсіз енді жастарға, қазіргі кезде түлектер, енді болашақ мамандықтарын ойластырып, қарастырып жатыр десек те болады, е? Қателеспеу үшін, жалпы сол саланың білікті маманы атану үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Қандай тілек тілейсіз? Әрине, жас тілектерге әрқашан тек қана сәттілік тілеймін. ұбытыға кіргенде қобалжып, қорқып, мүлдем керек емес. Себебі бұл өміріміздің бір ғанақ, сынақ ғанақ. Бізде алда бұдан да әрі қаттырақ, бұдан да қиынырақ сынақтар тұр. Сондықтан бұл сынақтан сүрінбей өтулеріне әрқашан да тілектеспін. Тек қана сәттілік, қадамдарың нық болып, болашақта өзің қалаған маман иесі болуға тілектеспін сендерге. Бәрекелді. Енді өзіңіз белгілі бір бағдарламаның жүргізушісі болуды армандайсыз, солай ғой? Әрине. Енді газеттерді де оқып зерттеп жатырсыз. Ал бір баспада, мысалы, газет баспасында не болмаса, қазіргі сайттарда көптеген журналистер еңбек етеді, иә? Ғаламтор заманы дамып кетті. Тек қана енді экранға шығып тележүргізуші болуды қарастырасыз ба? Әлде басқа да саласын бұқаралық ақпарат құралдарының енді қарастыруға бола ма? Ең алдымен жаңағы журналистік жолымды, карьерамды мен газет баспасынан бастам келеді баспасызден. Себебі әрбір журналистің қаламы ұшталмайынша жаңағы эфирге шыққан менше дұрыс емес. Себебі қаламын ұшталған мықты журналист болсаң, жаза алсаң, сен сөйлейде алу жаңағы стилін жақсы қалыптасады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, толық келісемін сізбен. Бәрекелді. Жарайсыз. Көп рахмет бүгін студиямызға келгеніңізге. Сізге қарап енді талай жастар бүгін ізденісте болуға, ғылымға, құштарлыға арта түсті деген ойдамыз. Не тілейсіз жалпы көрермендерімізге, өзіңізді көріп отырған қатарлас достарыңызға сәлем жолдауға болады эфирді пайдалана отырып? Әрқашан тек барлықтарыңызға сәттілік, әрқашан да жадырап, жайнап, жарқырап жүре беріңіздер. Өмірлеріңізде болған әрбір қадамды нық басып, өз сенімдеріңізге, жаңағы жасап отырған істеріңізге сенімді болып, тек қана биік шыңдардан, белестерден көрінулеріңізге тілектеспін. Көп рахмет сізге де, табыс тілейміз. Рахмет. Бик-бик жетістіктерге жетуіңізге тілектеспіз. Болашақта әріптес болып сізді де экраннан ба, әлде бір газет беттерінен оқиық. Көп рахмет сізге. Удачи, успехов и побольше интересных тем для работы. Қайырлы таң, дейміз тағы бір мәрте арнамызға жаңа ғана қосылған және бағдарламамызды басынан бастап көріп отырған барша көрермендерімізге. Добрый день, друзья! Мы приветствуем всех тех, кто смотрел нас в первом часе и всех тех, кто присоединился к нам только что, включив свои телевизоры на канале «Семей». Это информационно-развлекательная программа «Салем Семей». Мы выходим в эфир каждый день с половины десятого до половины первого и радуем вас полезной, интересной информацией, беседой с нашими гостями и, конечно же, призами, которые мы разыгрываем в традиционной викторине «Час удачи». Как всегда, начнем с прогноза погоды. Прогноз погоды на 24 июня. Карауле переменная облачность, днем плюс 19, ночью плюс 12 градусов.
В Абрале ожидается небольшой дождь, днем плюс 18, ночью плюс 8. В Бескарагае малооблачно, днем плюс 21, ночью 11 градусов тепла. В Бородульхе ожидается небольшой дождь, днем плюс 21, ночью плюс 11. В Калбатау переменная облачность, днем плюс 21, ночью 9 градусов выше нуля. В Кокпекте небольшой дождь, днем плюс 21, ночью плюс 9 градусов. В Урджаре дождь, днем плюс 22, ночью плюс 12. В Ахсуате ожидается переменная облачность, днем плюс 23, ночью плюс 11 градусов. В Паягозе переменная облачность, днем плюс 20, ночью 8 градусов выше нуля. В Курчатове ожидается небольшой дождь, днем плюс 21, ночью плюс 12. В Усть-Каменогорске дождь, днем плюс 20, ночью 8 градусов тепла. В Семей переменная облачность, днем плюс 20, ночью плюс 10 градусов. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях студент факультета журналистики третьего теперь уже курса Дамир Гирязов. Доброе утро, Дамир. Как настроение? Неплохо, я всегда хотел задать это. Всем привет! Дамир, вопрос такой. Ну, помимо изучения теории основ журналистики, проходят различные научно-практические конференции, да, даются задания. Твое задание каким было? Мое задание, на этом обучении на журналиста заданий было предостаточно. Мы изучали пиар-менеджмент, разницу пиар-менеджмента и SMM-менеджеров, маркетинга, рекламы и так далее. Но самое яркое, что из научных таких работ было, это у меня было в школе. Мы изучали влияние рекламы на психологию человека. Так. То есть как она влияет на человека. Калная середидекен, жарнама. На самом деле там влияние оказывается достаточно таки много. То есть бывает такое, что мы сидим и мы не замечаем, мы самовольно, скажем так, хотим набрать этот номер и позвонить, заказать что-то. Это просто действует на таком уровне, что элементарно, если вы заметили, практически любая реклама, голос в этой рекламе, который озвучивает, даже если в кадре нету человека, этот голос всегда приятный такой, низкий, с тембром, хрипящий. Он такой приятный, и ты невольно начинаешь слушать, даже если ты чем-то занят, ты начинаешь это слушать. Манящий элементарно голос, это, да, такой? Да, элементарно это влияние очень сильное. И есть еще такое, что вуалируют какие-то вот вещи, которые они хотят продать, они вуалируют это так, что мы даже не замечаем, что они именно рекламируют. Вот, допустим, реклама какого-то напитка. Я не знаю, это можно продают-то говорить. Стаканчики, на самом деле. Да, продают стаканчики элементарно. Или лед. Бывает, даже лед рекламируют. Он должен быть круглый, определенной формы, в таких-то сосудах, так далее, тому подобное. А как вы относитесь? Вот есть такое выражение, что хороший товар в рекламе не нуждается. Это вранье. Реклама, на самом деле, это не только... Ну, как мне объяснили, реклама это не только способ продажи чего-то, чтобы продать, а реклама это способ того, чтобы этот товар узнали. То есть бывает, что-то придумали очень хорошее, но народ об этом пока не знает. На прилавках он есть, но народ об этом не знает. Так что каким бы хорошим товар ни был, его всегда рекламируют. Mm-hmm. Очень даже хорошо. Элементарно, пасты, которые мы всегда пользуемся, не буду рекламировать. Эта реклама крутится постоянно, и мы ее покупаем, какой бы она дорогой ни была, потому что элементарно она просто запоминается. Не, ну есть такой вариант, что другого просто нету. То есть нечего купить-то, у тебя выбор, 2-3 марки, и все, и все они рекламируются. Пасты очень много же, если так посудить, но тем не менее, мы видим часто одну. Вот элементарно, если сейчас у любого человека спросите, самая узнаваемая паста или паста, которая пришла вам в голову зубная, любой человек ответит Colgate или Oral-B. Реклама скрытая, как она бывает, как действует? Скрытая реклама, я скажу на примере постера, если это можно. Вот, допустим, стоит бутылка с известной маркой, скажем так, но надписи не видно, что это за марка. Просто снизу где-то незаметно она стоит, а перед бутылкой этой стоит красивая обнаженная девушка. Ну, имеется в виду прикрыто, там цензура и так далее и тому подобное. Это действует на мужчин как? Мы видим красивую женщину, и мы хотим ее взять. Но на автомате это все визуализируется через бутылку. И мы хотим взять эту бутылку, не осознавая то, что на самом деле мы видим женщину, а не бутылку.
Интересно. А бутылка-то узнаваемая? А, слушай, ну вот в твоем исследовании реклама, которая, например, вот товаров в супермаркете, когда ты приходишь в супермаркет, ты изучал эту тему? То есть как товары располагаются там? Да, мы изучали. А, на самом деле люди, как только заходят, они не обращают внимания на то, что стоит впереди. Поэтому они... там кошачий корм всегда стоит? Да, в основном. А, не обращают внимания, и они углубляются. В основном все, что стоит в глубине, все хорошо. Все самое такое дорогое, все самое интересное, что они хотят продать. И это уже не секрет ни для кого. В основном товары располагаются как? Те, которые близки к просрочке, скажем так, уже к дате. Да. Они стоят спереди. Впереди, да. А я всегда лучше, копаюсь лучше ближе, копаться, да, да, туда там. Дальше. А, лучше копаться там. И зачастую, когда стоят акции в супермаркетах, этот товар тоже близок к уже просрочке. Ну, я вот слышу, что, например, детские товары находятся внизу, ниже. Внизу, да. Доступные. И если заметите, разные шоколадки, разные всякие такие вещи стоят у кассы всегда в основном. Даже если они где-то там есть, они у кассы тоже стоят, потому что пока ждешь очереди, ребенок такой, мам, купи, мам, купи. Это тоже уже на автомобиле. Работает. Угу. Все продумано. А, смотри, создание рекламного ролика, радио ли, видео ли, то есть визуальный или аудиоролик. А, какие принципы существуют? Вот смотрели? Да, мы это тоже изучали. Самый главный принцип – это сделать товар наиболее красивым. Вот элементарно, если реклама яблок взять, да? На них изначально брызгают водой. Чтобы она прям сочно переливалась, подкрашивают яблоки элементарно. Это для съемок, да? Да, для съемок в основном. Это все делается так, чтобы человек подумал, и у него слюнки потекли. Потому что мы, когда видим что-то красивое, мы всегда это хотим. Потому что мы ассоциируемся так, что мы хотим что-то красивое, мы достойны чего-то большего. Любой человек так считает. Хорошо, давай о самих рекламных роликах поговорим. Вот есть ролики, которые... стандартные, да, то есть подход стандартный, это им изобиловало телевидение 90-х годов, 2000-х годов, и ролики, которые нестандартные, то есть подход совершенно другой к рекламе, они смотрятся более выигрышно, но они более редкие, потому что к ним нужен реальный подход, да, там нанимают действительно профессиональных режиссеров, вот, по-моему, Банк Империал какой-то был, Тимур Бекмамбетов снимал рекламу, «Всемирная история», Банк Империал, про Чингисхана, про Наполеона, там вот это все, сам, получается, Тимур Бекмамбетов и с этого начинал, снимал вот эту рекламу в киношном своем стиле. Американскую рекламу смотрел? Американскую рекламу смотрел, она отличается от нашей тем, что она всегда интересная, она необычная, к ней подход более серьезный. Потому что у нас как, люди вкладываются на продажу товара, не замечая маркетинг. А американцы больше вкладываются в маркетинг, не заботясь о том, какой он товар и так далее. Тому подобное. Я не говорю, что они просто им все равно на этот товар, они просто делают так, чтобы этот товар узнали большее количество людей. Что такой товар существует, что он лучше, чем другие. Но не заботятся о том, как это влияет на людей и так далее и тому подобное. Они заботятся, но не в такой мере, как о маркетинге. Реклама в соцсетях. Насколько она навязчива и насколько она действенна? Баннеры, ролики? Она очень действенна в социальных сетях, так как сейчас люди переходят в социальные сети. В основном сейчас молодежь телевизоры практически не смотрит, грубо говоря. Есть таргетированная реклама, она очень удобная. Там можно подобрать, а для какой аудитории показывать эту рекламу. Элементарно можно даже выбрать. Да. Элементарно даже можно выбрать в сети, российской сети социальной. Там элементарно даже можно выбрать показ для тех людей, которые подписаны на определенные группы. Вот, допустим, человек подписан на спортивные группы, и когда я даю рекламу, я беру, допустим, подписан на такую-то спортивную группу, такую-то, если у меня спортивный товар. Элементарно показывается для тех людей, кто подписан на эту группу. Это очень удобно, потому что здесь уже рекламодатель выбирает реальную аудиторию, на которую он настроен, прям конкретную. Что ему нужно. Не так, чтобы всем. А так человеку, если он заинтересован спортом, ему показывается такой товар, он в любом случае перейдет по этой ссылке. А есть ли недейственная реклама? То есть реклама, которая просто болтается и она не работает? Я сирет пейтін, мүлдем жарнама қатарына жатпайтын да бір жарнамалар болат кейде. На самом деле, когда мы этот вопрос изучали,
если грубо сказать, недейственной рекламы не существует вообще. Mm-hmm. Есть менее действенная. Потому что элементарно, если мы это заметили, это откладывается у нас в голове. Элементарно, вот когда мы проезжаем по главным улицам, там у нас баннеры висят, да, в городе, мы это видим, мы на это толком даже внимания не обращаем. Mm-hmm. Но когда говорят элементарно там о туфлях или о пуфиках, элементарно. А мы сразу вспомним, о, где-то я это видел. А, это вот, вот здесь такое объявление есть, попробуй там посмотреть, там по-любому есть номер. Угу. Так что недейственной рекламы совсем нету, есть просто менее действенная. Две замечательные книги Виктора Пелевина «Generation P», которая полностью практически посвящена рекламному бизнесу 90-х годов, после развала Советского Союза, вот в этот период. Ну и Фредерика Бигбедера «99 франков». Читал? Нет. Честно, не ту, не ту? Нет, не ту, не ту. Рекомендую читал. Почитать. По-моему, даже фильмы сняли и по той uh-huh. книге, полностью посвящены рекламе. Ну, Фредерик Бигбедер – это тот самый человек, который придумал знаменитую рекламу «Данона». И вот uh-huh. эта самая фраза «Данон» – это его. И вот в одной из книг там было написано, что они были на фестивале рекламщиков, и он встретил там легенду какую-то немецкую, или он американец, ну, в общем, реклама. Все, что он сделал в своей жизни, этот человек, он придумал рекламу для автомобиля Volkswagen. Он сказал «Das Auto». Uh-huh. И когда к нему обращаются, он просто добавлял, допустим, там фирма, это носки, там, это то-то, это то-то. И вот на этом он жил всю жизнь и вышел на пенсию, и заработал кучу денег, и до сих пор считается, ну, гением среди рекламщиков. Между прочим, да, есть даже выражение «красота в простоте». Uh-huh. Реклама, главный ее слоган должен быть настолько простым, чтобы он очень легко запомнился. Это прям главное правило. Вот элементарно есть номер 8, там напевается, который, mm-hmm. не буду ее напевать. Вот все же ее знают, практически все. Вот это «Данон», «Данон» там. Поэтому реклама должна быть легкой. Главный ее слоган должен быть вообще простейшим, чтобы это просто запоминалось на автомате. Слушай, ну вот есть реклама, которая вызывает отвращение. Вот, допустим, у меня, я никогда не понимал, и ну, одной, скажем так, сети сотовой рекламу, она в черных тонах выполнена, и все, что там нарисовано на баннерах, все, что они рекламировали, меня вызывало, ну, приступ такого негатива, я всегда выключал и не смотрел, и этой сетью я не пользуюсь, короче. Тем не менее, Евгений, вы эту рекламу запомнили? Нет, я запомнил, вы вспомнили, я что запомнил, она есть, что она у меня вызывает телефона. Отвращение, но я не посоветую ее никому. Потому что я считаю, что это идиотизм так рекламировать себя. И что за реклама, интересно? Вам советовать не нужно. Mm-hmm. А, вот вы уже советуете. Вот. Не пользуйся. Элементарно, даже это работает, реально. Как говорится, любой опыт, даже плохой, он тоже опыт. Вот так и здесь, элементарно. Даже если вы не советуете, если это запомнили или увидели 10 человек, это уже хорошо. Агрессивно. А, ну ты говори, я потом. Енді дыбыстық жарнама, енді радио, түрлі радио желілерінен де тыңдап естіп жатамыз. Мысалы, теледидардан көрсетілетін жарнама, ол әрине әсерлі болады, иә? Ал құлақпен тыңдап қана қабылдайтын жарнама, ол да әсерлі болуы тиіс, өйткені ол жарнама, иә? Дыбыстық жарнама адамға қалай ықпал етеді? Ну, я уже говорил, здесь два самых явных фактора. Это голос, тембр, угу. хороший такой, поставленный. Ал егер, я, дауыс жағымсыз болса? На самом деле, если... Әртүрлі жарнама болады, көшелерде де тыңдап жатамыз. Если люди тратятся хорошо на маркетинг и рекламу, они в любом случае найдут человека с хорошим тембром, либо близким к идеалу. Но, тем не менее, даже если огромный просто, на самом деле. Даже если голос плохой. Ну, идя по улице, порой слышишь такой вот неприятный голос, который озвучивает рекламу, и не... Наоборот, не притягивает, а позовите отторжение. Но тем не менее, вы запоминаете этот голос. Вы уже слышите и понимаете, а он об этом говорит. Сейчас опять не буду это слушать. Это уже на подсознательном уровне. Чем больше ее, чем она чаще, чем она проще, тем больше она у вас запоминается. Еще бывает, переделывают мотив той или иной песни. Называется джингл. Да, и под эту песню, значит, сочиняют свой текст. Это я уже как говорил. Выбираются самые известные такие песни в основном. Потому что они у нас уже в памяти.
автомате. И поэтому выбираются такие песни, и на нее накладываются другие слова, и вы на автомате воспринимаете эту рекламу уже как что-то известное вам. А реклама, вот я хотел сказать, сейчас из головы вылетело, если вспомню. Да, агрессивная реклама. Вот я вспоминаю времена расцвета NES и Sega, Super Nintendo и Sega. И они просто в своих рекламных роликах троллили друг друга. То есть Sega Nintendo don't, Sega does, да, допустим, было. Что они прям показывали, вот эта приставка лучше, чем вот эта приставка. То есть, откровенно, они выходили на том, что они... ну, унижали каким-то образом и ругали товар конкурента. Сейчас это невозможно из-за подать в суд. Но агрессивная реклама, вот как ты к ней относишься? Сначала остановлюсь на том примере, который вы сказали. Отчасти такая реклама возможна при коллаборации этих двух компаний. Допустим, они могут просто, ну, грубо говоря, хайповать. Расширять спор вокруг них. Типа, смотрите, они там спорят между друг другом. Это уже будет какое-то сотрудничество между двух компаний. Возрастет спрос в любом случае. Интерес к этим всем. И это все просто как сарафанное радио распространится. Типа, вот две компании, они друг друга там спорят друг с другом прям так открыто и ничего такого. Вполне возможно, что Nintendo и Sega точно так же было. Потому что даже в те времена они могли судиться друг с другом. Но тем не менее, они этого не делали, как мы видим. Агрессивная реклама, я к ней вполне так положительно отношусь, потому что, как я уже говорил, даже плохой опыт тоже опыт. Какой бы он агрессивный ни был, если он приносит плоды свои, если он приносит какую-то пользу рекламодателю, то это уже хорошо. Егер сізге жарнама түсіруге мүмкіндік берілсе, қандай жарнама түсірер едіңіз? Ол қандай тақырыпта, қандай мазмұнда болар еді? Знаете, я бы выбрал рекламу средств для похудения. Если уж по себе судить. Да, потому что я бы даже не брал деньги за это. Я бы взял этими таблетками, знаете, пожизненно абонемент на эти таблетки. Вот, то есть ты хочешь, простите, жрать и не толстеть? Да, да, все этого хотят. Я ненавижу людей, которые жрут и не толстеют. Я тоже этого хочу, поэтому я бы рекламировал такие таблетки. И оно бы было как... И в каком формате была бы эта реклама? Снимался бы и там я, снимал бы я, режиссировал бы я, потому что я хочу сильнее похудеть. Озвучил бы тоже я. И специально бы заставил эту компанию сделать меня худым, чтобы показать, вот, я похудел вот так-то. Это было бы круто, на своем личном примере. Ты уже прорекламировал себя как человека, готового к сотрудничеству с Гербалайфом и прочим. Ну, это заметили. Так, смотри, я вспоминаю, опять же, такие известные компании, которые, вот как Маржан говорил, не нуждаются в рекламе, да, например, тот же Apple, да, Стива Джобса, то есть ему достаточно было просто выйти на сцену, и уже люди с замиранием следили за тем, что он вынес с собой в руках, там, это или iPhone, или iPad, или iPod, там, планшет новый, да, и есть компании, которые теряются среди остальных на фоне, да. Насколько много вкладывают в рекламу фирмы, которые в ней как бы не нуждаются? Очень много. Еще больше, чем все остальные. Больше. Намного больше, чем остальные, которые теряются на фоне. Потому что как только ты уступаешь какие-то позиции, как только ты думаешь, что в принципе мы такие известные, зачем нам рекламироваться, этот рынок займет другая организация. Потому что их станет больше, они будут знать больше и скажут, типа, ну, элементарно, как вы говорили, об Apple уже толком ничего не слышат, только друг от друга, а тут на каждом углу там какой-то другой телефон, какая-то другая марка. И это все на процессном уровне, потому что вот приходишь ты за товарами, и ты думаешь, ну, типа, ну, что там iPhone, типа, у всех есть. А тут люди говорят об этом. Прикинь, прям на каждом шагу, слушай, давай попробуем его взять. И элементарно это уже так работает. Поэтому они вкладывают бабки в это сумасшедшие. Бывает такое, что вкладывают в рекламу больше, чем на производство этого товара. Реально так и бывает, потому что на начальном уровне нужно превратить себя в что-то божественное, чтобы потом более-менее ослабиться. Спасибо большое. Рахмет, Дамир. Я у тебя қызықты сұхбат болды. Да, интересная тема. Планируешь ли ты как-то дальше развивать это изыскание научное? Да, меня интересует это, потому что я хочу средства для похудения. Спасибо, Дамир. Твои пожелания телезрителям, тем, кто нас сейчас смотрит. Так, куда мне смотреть? Сюда. Сюда смотреть, да? Мои пожелания телезрителям. Ребят, изучайте все.
практически все, наука, какие-то другие направления, потому что, что бы вы ни делали, это уже наука. А наука – это исследования разные. И как только вы видите какую-то рекламу или какую-то историю, что-то вам рассказали, всегда пытайтесь это изучить. Это расширяет ваш кругозор, ваши интересы, ваши знания и, в принципе, ваше умение разговаривать, как минимум, поддержать любую дискуссию, спор, беседу. Спасибо, Даня. Удачи, успехов тебе в твоем начинании похудения. Ну, вы очень харизматичны, я думаю, в принципе, и худеть. Можно и не худеть.